Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем изучать язык запросов Google. Из этого видео вы узнаете, как быстро находить необходимую информацию с помощью оператора или OR. Этот оператор относится к основным операторам языка запросов Google. Я рекомендую использовать его как можно чаще для быстрого поиска необходимой информации. Как это делать, вы сейчас узнаете. Допустим, вы собираетесь купить какую-либо вещь. В нашем примере это будут смартфоны популярных марок. Используем оператор или для составления запроса, для того, чтобы быстро найти максимум полезной информации. Я хочу узнать, как они будут вести себя в эксплуатации, будут ли потом проблемы, не будут ли они ломаться, много ли на них жалоб, претензий и так далее. Для этого предварительно составляем поисковый запрос, запятые заменяем на или. По-английски оператор будет написан двумя латинскими буквами, заглавными обязательно OR. При поиске информации вместо наименования товара мы будем указывать интересующий нас бренд. Итак, копируем запрос правой кнопочкой мыши, для того, чтобы потом использовать его при поиске в Google. Итак, первым тестируем Apple iPhone 6. На наш запрос получено 484 тысячи ответов. Эти цифры мы потом будем сравнивать для того, чтобы составить свой мини-рейтинг. Следующим изучаем Samsung Galaxy S6. Результат Samsung Galaxy S6 – 531 тысяча ответов. Далее проверяем Nokia Lumia. Результат 501 тысяча ответов на запрос о жалобах, претензиях, браке. И в заключении смотрим Sony Xperia. Результат 494 тысячи ответов. Это чуть побольше, чем у Apple iPhone 6. Теперь вы умеете с помощью оператора OR находить быстро информацию о любых товарах и брендах.